як на одній присадибній ділянці вирощувати декілька екзотичних культур. Сьогодні ми поговоримо про інжир, гранат та ківі. Усе про екзотичні культури знає Любов Харченко. Пані Любов, вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, на дворі спека, літо. Ми будемо говорити про декілька екзотичних культур. От скажіть, до прикладу, де ми зараз стоїмо біля такого прекрасного куща? Що це за кущ? Це гранат, сорт галюша. Куст самоплодний. На одному кусті є жінські цвіти і мужські. Це потрібно для того, щоб він плодоносив, я так розумію. Так, да, щоб він плодоносив, і цвітки відрізняються. Значить, мужські цвіти будуть конусообразної форми, жінські як тріугольнички. Перекрестне опилення у нього, і благодаря цьому зав'язуються плоди. Формирование куста можна формувати то ли в виде куста, можна формувати під дерево. Є вот основна скелетная ветка, это все приросты, мы можем это все убирать. Так. Вот можно сформировать вот эту основную, и формирование дальше может пойти как шарик. Формування самого куща роблять завжди влітку, так? Летом і зимой. Летом, значить, за весенний період вони дають різні прирости, тому в літній період ми можемо теж його формувати. В основному убираються самые такі сухі, які не нужны. Вот мы сейчас их убираем. Потому что формирование граната, в принципе, ему не нужно. Он обрезается там раз в 25 лет. Сухие мы все можем поубирать, потому что есть сухие веточки. И можем формировать, если мы хотим сформировать в форме дерева, значит, нижние приросты все убираем. Тоді воно йде вверх, так? Оно идет вверх, имеет красивую шароподобную форму. Все нижние приросты можно убирать. Гранат растет до 5-6 метров. Чтобы было удобно нам собирать урожай или чтобы он просто украшал наш сад, мы делаем это формирование. В основном он в обрезке не нуждается. Единственное, что я говорю, убираются сухие веточки и можно штамп формировать. Пані Любов, наскільки важкий догляд за цією культурою, за нашим гранатом і взагалі чи потрібні йому в певний період підкормки різні? Гранат требователен к свету и к солнцу. Поэтому высаживать его надо на самое солнечное место. Посадка идет в рыхлые грунты, поэтому как бы самое лучшее подготовить почву для посадки. В дальнейшем мы подкармливаем коровичий перегной селитра. У кого какие есть подкормки? Органичные добрива, так? Органичные, в основном органичные добрива. Единственное, к чему он прихотлив, это еще в зимний период требует укрытия. Потому что довольно-таки морозостойкий сорт, но он выдерживает минус 17-19 градусов. Если морозы уже сильнее, то мы закрываем полностью ветки все, агроволокно используем. Вот, и корневую систему. Если, допустим, уже куст у нас взрослый, ему уже 3 года, и вот период цветения у него на 3-й год. Вот. Если в крайнем случае мы не сумели сберечь, допустим, сами ветки, то оно будет отбивать от корня. Якщо хороші умови йому створити, якщо багато сонця і він у нас не замерзне зимою, то коли починає плодоносити гранат? От третій год. На третій рік, так? З третього року починає плодоносити, але ми теж не нагружаємо сильно дерево, тому що завязі можуть бути, але воно одразу не потягне в плоди. Тому залишаємо 1-2 для початку, а вже в дальнейшем постепенно нагружаємо. Що стосується розмноження гранату, які методи існують, окрім того, що можемо придбати просто саджаність? Можемо розмножати семечками. Це один із різновидностей розмноження. Лучше всего черенками. Чому черенками? Тому що тут вже в генетиці самого растіння забита морозостойкость. Воно укоріняється легко. Потому что семечки – это период до плодоношения, тоже большой интервал. Семечка пока прорастет, пока мы ее адаптируем к нашим климатичным условиям. Это где-то 7-8 год плодоношения. Если с черенка, череночек корневую наращивает быстро в хороших условиях, и мы уже можем результат цветения видеть на 3-4 год, то есть и первые плоды собирать тоже. И еще спорные вопросы по морозостойкости. Тоже семечки выращены и выращенный из уже череночка. Кстати,
Еще хотела сказать, почему гранат назвали гранатом. Ты знаешь, Ваня, почему? Честно, не. Когда гранат уже доходит до своей спелости, и мы его обильно поливаем, он начинает растрескиваться, и у него такой, как взрыв. И поэтому его назвали именно гранат, потому что мы идем, и у нас плодики начинают уже, корочка лопаться, и такие, как небольшие взрывы. Тобто він достигає до такого періоду, так наливається, що може навіть розірватися. Переспівши гранати починають взриватися. І тому ми вже такі, як хлопки якісь. І з-за цього в народі назвали його гранат. Зрозуміло. А коли варто збирати все-таки плоди? Напевно, до того періоду, доки він ще не розривається, правильно? Ну, збираємо ми плоди, це осінній період. Часто спрашивають. Ківі у нас теж період. Это конец октября, до первых заморозков. Гранат тоже это осенний период. Там надо пронаблюдать именно. Когда у нас уже будут яркие примеры, я тогда покажу, как можно определить именно, когда дозрел, но срываются гранаты недозревшими. Они доходят точно так же, как и киви. Сейчас мы можем перейти к киви. Я бачу, он у вас поряд, так? Он рядом, тоже требует своей обрезки, своего формирования. Есть много моментов, о которых мне бы хотелось. Ходим и подивимся. Мы подошли к киви. Это сорт Бруно. Очень важно в выращивании киви само формирование. Мы делали уже посадку, рассказывали о грунтах, да. А в дальнейшем есть очень много манипуляций, о которых наши садоводы не знают. На что я хочу обратить внимание. Значит, при посадке очень важно сначала сформировать тоже основную скелетную ветку. Формирование может быть разное, Т-образное, П-образное, потому что это лиана. Мы можем ее вытягивать, и вот пока она зеленая, она еще поддается. То есть можно вытягивать ее на этом примере вот так вот, ровно. Вот. В дальнейшем уже, когда мы в летний период, очень важно сделать вот эти вот прищепы. Вот эту вот обрезочку. Для чего это потребно делать? Для того, чтобы было вызревание лозы. Период делать прищепы – это август месяц и сентябрь. Это очень важно для того, чтобы хорошо перезимовала лоза. Не забывайте это делать, иначе лоза может вымерзнуть. И тогда будут отобьет от корня, но мы потеряем год, потому что будем начинать все сначала. Очень важный вот этот вот фактор. Лоза должна быть вызревшая, вот такая вот деревянная. Тобто вона не зелена, от така, як тут, свіжа, да. Прям, да. А вже загрубівша. У нас тут вже взрослий куст, йому вже 3 роки. Значить, формується основна скелетна ветка. От йдуть у нас бокові рукава. Розстояння в бокових рукавах між ветками може бути 30-40 см, щоб не нагружати. Чому потрібно робити літню і зимню обрізку? Потому что нам очень важно наращивать основной столб. Он должен быть не столько высокий, сколько широкий, для того, чтобы оно вступило быстрее в фазу плодоношения. Это очень важно. Мы стараемся нагнать лозу вверх, то есть на 1,5–2 метра, только потом начинаем формирование боковых веток. На самом деле, чем ниже куст, легче за ним ухаживать, быстрее наращивает вот эту стволовую массу. И быстрее вступает в фазу плодоношения. Уже на следующий год этот куст даст первый урожай. Первый урожай обычно дает от 10 до 15-20 килограмм, в зависимости от того, тоже не нагружаем сильно дерево. То есть сколько он дал нам плодов, столько мы сохраняем. Если дал больше, завязи обрывать, чтобы не нагружаем. Нагружаем постепенно. Каждый год киви будет вам давать плюс 20 килограмм. Поэтому важно, чтобы у нас куст был низенький, чтобы у него была основная хорошая стволовая масса, как снизу скелетная ветка, так на боковых рукавах. Обратите на это внимание. А я дивлюсь, у вас бокові рукава, як ви їх називаєте, вони йдуть розгалужені, так? В'єлової форми от такої. Тобто тут йдуть три пагони.
це ви формуєте собі так, як вже потрібно для вас особисто, так? Да, ми от смотрите, можемо потім этот рукав, от здесь сделаємо обрізочку, от смотрите. От з цих от паганов. Так. От пойдуть от такі от маленькі прирости, і вони будуть плодоносити. От тут вже будуть плоди. Потім будемо робити заміну самої лози. Я покажу вже на примірі, коли буде у нас лоза з плодами, де її потрібно обрізати і яку заміну зробити. Тому що плодоношення на двохгодичних ветках. Тому ми спочатку відпускаємо, значить, одну лозу, яка буде плодоносити, і рядом пускаємо лозу, яка от така от зелена, яка на наступний рік нам принесе плоди. На відміну від гранату, я знаю, що цей сорт ківі, він морозостійкіший, так? Сорт витримує мінус 28-30 градусів мороза. Але я говорю, дуже важливо зробити ось ці от прищепи. Але якщо ми це зробимо, то, власне, нема за що переживати так взимку. Якщо вже взрослий куст, ми доростили його до 3-4 років, то тоді переживати не стоїть. Єдине, що, звісно, потрібно його краще посадити в затишне місце, місце, щоб менше обдувалося сквозняками. Але дуже важливо ось цю зробити маніпуляцію, тому що багато об цьому не знають і не можуть його доростити. Растить до 3 лет. После 3 лет оно уже такого внимания к себе не требует. Ну и первый год в любом случае нужно его сделать укрытие. Об укрытии зимнем мы еще поговорим, как правильно делать, как сохранять. Вы кажете, что этому киви уже 3 роки. А коли починає плодоносити? 3-4 год. Мы добиваемся результата, чтобы был 3-4 год. Почему я и говорю, что очень важно, чтобы мы сначала наращивали стволовую массу, а не пускали вверх. Это сильно растущая лиана, она будет давать сильные приросты, будет лоза до 6 метров. Но очень важно, чтобы не нагонять рост самой лозы, а именно формировать вот такие вот ветки крепкие, чтобы в диаметре они были до 2 сантиметров. Тогда он уже вступает в фазу плодоношения. Даже листики нам об этом говорят, они становятся как бы меньше. Не столько в листву будет идти все и в рост вот эти самой этой лозы, сколько оно будет давать вам в силу ствола и уже потом на формирование самого плода. Потому что если мы не будем делать этих всех манипуляций, то мы можем результат ждать и на 7-й, и на 8-й год. Будет у нас сильно захаращено, а результат не добьемся. Вы кажете, что цьому киви 3 роки и воно практично вже на четвертий рік має давати плоди. От я знаю багато прикладів, коли взагалі не плодоносить ківі і може не плодоносити роками. Таке невозможно. В будь-якому випадку ківі повинно вам зацвісти. І по цвітенню ми можемо определити, дівчинка у нас чи мальчик. Тобто важливо, щоб була і дівчинка, і хлопчик, правильно? Это важный момент, потому что это важно для самих плодов. Тогда масса плодов будет больше, больше будет урожайность. Потому что даже самоплодному кусту не хватает столько пыльцы, чтобы запылить все цветки. И поэтому важно, чтобы хотя бы был один мальчик. Вот как раз мальчик и не плодоносит. Он играет хорошую роль, формирование его тоже не надо сильно распускать, его можно обрезать, но для девочек он сыграет ключевой момент в запылении. Скажите, будь ласка, чем потребно подживлювати киви? Киви отзывчив на органику, очень хорошо реагирует на органические удобрения. Если органических удобрений нету, тогда может быть в весенний период это азотные удобрения, в летний период нитроамофоска, в зимний период или в осенний период идут хилатные формы магния, питание через лист. Золой не рекомендую, потому что очень ощелачивает саму почву. Многие этот метод используют, на самом деле это неправильно, потому что киви любит только кислотные почвы, поэтому зола нам не подходит. В любом случае надо заставить киви цвести. Не может быть такого, что вот он не плодоносит. Надо посмотреть сначала на цветение. А цветение мы заставить цвести киви мы можем обрезкой. Вот почему я и говорю, что не нужно вот лозу развивать, а нужно его коротко обрезать. Вот. И тогда, когда мы уже видим цветки, мы знаем, что у нас, то есть по цветению мужское. Мужское плодоносить не будет. Или девочка у нас. И что для того нужно, чтобы у нее было плодоношение. Тогда уже можем делать какие-то выводы.
А то, что у нас 7-8 лет киви, и оно у нас не плодоносит, значит, мы за ним неправильно ухаживаем. Еще осталась одна культура, о которой мы хотим поговорить, это инжир. Ходим ближе, подивимось. Идем. Вот наш куст инжира. Это сорт белый адриатический. Самые большие плоды у этого сорта. И что самое интересное, что он не желтеет. Он даже когда высох, он белый, когда его разрезаем. Что интересно у самого инжира? Формирование мы в основном делаем в зимний период. В летний период мы не формируем, потому что у него уже завязываются плодики. Я дивлюсь, тут дуже багато плодів. Все правильно. Для того, чтобы было обильное плодоношение, тоже играет большую роль само формирование. Мы сначала делаем посадку. Я показываю на примере. Значит, у меня есть... Саженец, так? Саженец инжира. Мы получили саженец инжира. Убрали все ненужное. Подготовили, значит, почву. Очень важно, почва мне прихотлив. Может расти в любых, даже глинистых грунтах. Но очень важно, чтобы он меньше обдувался сквозняками. Это важный фактор. И точно так же много солнца. Для того, чтобы вызревали все наши плоды. Посадка может идти вплоть до того, что мы можем, вот у нас корневая система, мы можем его высаживать для формирования основного вот кустика, можем высаживать его так. Эта вся часть может быть засажена. В отличие от киви, может быть глубокая посадка. Чем глубже мы его посадили, тем лучше результат. Я дивлюсь, ви посадили наш інжир на вулиці, так? Тут для нього хороші умови. В Закарпатті хороші умови для інжира, тому що у нас не такі високі температури зимой. Сами ветки инжира выдерживают до минус 20 градусов, и то, если не обдуваются морозами. И это должны быть кратковременные морозы. Если больше период, то тогда ветки будут все вымерзать. Корневая система выдерживает до минус 25 градусов. То есть, если мы все эти ветки потеряли, то с корня нам начнет отбивать новые. Но уже тогда мы не застанем период плодоношения. Еще хочется сказать еще про сам саджанець, чи важливо, якою є коренева система? Я бачу, що вона досить хороша, розгалуджена і коріння доволі багато. У любого растения самым главным фактором является корневая система. Чем больше корней, тем больше и лучше идут приросты. Это самое важное, чтобы проверяли саму корневую систему. В дальнейшем уже проверяли, насколько здоровый сам стволик. И уже потом с почечки выбивают сами листочки, и тогда уже дают хорошие приросты. Даже самый слабый саженец можно вытянуть при хорошей поливе, при хороших грунтах сыпучих и если хорошо выбрано место. Правильные подкормки. В основном, что еще хорошо, я бы хотела сказать об этих экзотических всех растениях, то, что они не требуют никаких ядохимикатов. То есть мы не обрабатываем их вообще. Единственное, что мы кормим их органическими удобрениями. Ну, это дуже добре, потому что потім плоды корисні, вони не є шкідливими для споживання. Так? Да, у інжира, что еще важным фактором является, это то, что все плодики, мы начинаем период, значит, июль месяц, с июля месяца, у нас завязываются плоды, они вызревают постепенно. Нельзя собрать урожай весь сразу. И период начинается с июля месяца и практически по октябрь месяц. Снимать плодики нужно постепенно, поэтому важно обратить внимание, как они дозревают. То есть сам плод наливается, становится ярко-желтым таким. И когда вот на самом плоде образуется небольшая капелька, мы его можем пощупать. Он хорошо отпадает от плодоножки, тогда этот плод мы уже можем собирать. Потому что если плод не дозревший, он невкусный. Постепенно собираем все эти плоды, можем их сохранять. Период хранения у них небольшой, там до недели. Можно их замораживать, можно делать повидло, можно употреблять их в пищу сразу, как только сорвали плоды. Для того, щоб зав'язалось стільки багато плодів, як на прикладі цього інжира, що нам потрібно зробити взимку? В зимний період дуже важливо формування і обрізка. Смотрим навіть на цьому примірі. Тобто, вот ветка у нас є, одна, вторая, третя.
мы ее должны обрезать, вот как у нас есть ветка, на третью часть. От любой ветки третью часть, вот эту вот верхушку мы обрезаем. Тогда у нас формируются боковые ветки, и на боковых ветках у нас идут завязи. Это годичные вот эти, мы обрезку здесь сделали, вот. Теперь видите, сколько у нас плодиков. На следующий год мы эту веточку красиво вот так вот обрежем. У нас пойдет много боковых паганов, и на этих паганах будут уже завязи. Тобто за рік уже настільки міцний стовбур формується у інжира, так? Мається на увазі про те, що в нього дуже хороший приріст, так? Хорошие прирости, он очень быстро растет. В фазу плодоношения вступает буквально вот даже с такого маленького череночка. Он уже будет иметь небольшие плодики. Что самое интересное, инжир не цветет. Он является самоплодным, и у него идут сразу завязи. И даже самый маленький может просто его немножко не дотянуть, то есть у него не будет еще столько силы, чтобы он вызрел, но плоды уже будут завязываться. То есть мы даже в первый год посадки можем уже наблюдать формирование плода. Как размножается эта культура? В основном черенками. Они легко укореняются, мы обрезаем черенки, ставим почву в смеси, и буквально через 20-25 дней у нас появляются первые молочные корешки, потом делается пересадка в грунты, уже где он набирается силы, больше деревянных корней, потому что очень важно, чтобы была не только молочная корневая система, а для посадки в открытый грунт, чтобы были уже более деревенелые корни. Вот. Еще можно его размножать, то есть мы можем прикапывать саму ветку, как только начинается вегетационный период, и лоза нам еще это поддается, вот эта вот веточка, вот, мы ее можем прикопать, и тогда оно там пускает корешки, потом эту ветку возле корешков обрезаем, и у нас уже готовый к посадке саженец. Сам инжир может расти до 5, 6, 7, 8 метров. Если мы не будем делать ему обрезку, то есть сама вот эта вот веточка, она будет расти вверх. Самые основные плоды будут вот формироваться здесь. Урожайность будет низкая, поэтому точно так же важно не пускать его, а больше кустом его формировать. Тобто обрізка не лише робиться для того, щоб зручно було знімати плоди, а це ще для того, щоб вони були великі і їх було багато, правильно? Чем больше урожай, тем больше он нас радует. Чем выше ветки, тем больше они обмерзают. Зависит тоже место, где мы... Если у нас есть стенка бетонная, которая защищает, допустим, от ветров, значит, он будет вам расти. Но нам неудобно ставить лестницу, снимать весь урожай. Урожай будет не таким мобильным. Поэтому штамп можем формировать, то есть саму основную скелетную ветку, кто хочет, чтобы у него было деревцом. Но я бы рекомендовала лучше, чтобы было много боковых веточек, потому что каждая ветка вам даст больше урожая, больше вас будет радовать, легче за ним ухаживать. Вот, и тогда легче укрывать его на зиму. Я знаю приклади, що минулого року дуже багато інжиру в місті, в нас в Ужгороді, просто померзло саме через те, що він дійсно був великий, його просто неможливо сховати. Сильно растущий инжир, вот ветки у него, очень сложно его укрывать на зиму. Сами ветки не выдержат вам больше, чем минус 20 градусов. Поэтому, чтобы его укрыть, его не наклонишь, не прикопаешь. Укрыть его агроволокном, оно не будет вам так защищать. А вот низкорослые растения, они защищены забором, защищены стенками. И их легче просто в дальнейшем укрывать, чтобы они давали нам урожай. Вы знаете, бывают випадки, я неодноразово бачив такий факт, що плоди чи то інжиру, чи то хурми, ну в нашому випадку будемо про інжир говорити, дуже часто плоди опадають. Чому саме? Смотрите, если плоды опадают, значит ему не хватает питательной среды. И дерево само решает, сколько оно может плодов вытянуть, то есть для дозревания. Лишнее оно будет скидывать. Однозначно, потому что потратит все свои силы. То есть это любое, это касается инжира, граната, киви, любого растения. Значит, оно отдаст все свои силы и потом может пропасть. Поэтому очень важно его подкармливать азотными удобрениями в весенний период, подкармливать органическими удобрениями. Хорошие поливы должны быть для того, чтобы наливались плоды. Это тоже немаловажный фактор, чтобы их сохранить. Ну, еще может быть такой
такой фактор, что эти плоды либо лишние, либо плохие завязи, либо ненужные на этой ветке тоже. Но все зависит от количества опавших плодов. То есть если это 1-2 плодика, значит сам куст избавляется от ненужного. Если это массово? Если это массово, это значит, уже, это сигнал о том, что мы не досмотрели, он получил мало солнца, он не получил подкормки, либо уже либо мы его перелили, загнивает корневая система, он не имеет возможности эти плоды сохранить. Поэтому он начинает их скидывать, чтобы сохранить самого себя. Ну що ж, наша програма підійшла до завершення. У цьому випуску ми говорили про такі екзотичні культури, як інжир, ківі та гранат. З вами побачимося вже рівно через тиждень. До побачення!